За последние 4 года Таллин очень быстро развивался. Мы реновировали 10 школ и 8 детских садов. Еще 4 детских сада сейчас находятся в процессе строительства. И мы намерены продолжать в том же духе. Мы построили 2 новых стадиона и начали реновацию стадионов Калев и Кадриорк. В разных районах города мы построили несколько новых спортивных площадок и собираемся построить еще несколько в ближайшие годы. Таков план центристской партии. Под руководством центристской партии сотни различных спортивных и культурных мероприятий получили поддержку в столице. Наши цели понятны и ясны. Качественное образование, больше возможностей для занятия спортом и самые разные культурные мероприятия. Обязательно приходи на выборы и выбирай центристскую партию.